за руку проведет тебя самым коротким путем, нормальный тренер. Ну, никто не исключает, что можно колбаситься, ну, как я с виндсерфингом, колбаситься годами. Конечно, да, если ты суперодаренный. Если тебе приятно, ну, не знаю, как суперодаренный. Вот, то есть никто не говорит, что обязательно с тренером. Можно пытаться самому. Ну, как показывает опыт, быстрее, как показывает, если нужно получить результат быстрее, тогда с тренером. Если интересно самому, на здоровье можно брать книгу. Сейчас на Ютубе огромное количество роликов, как какие нужно выполнять упражнения. В книге огромное количество, полное погружение. Терри Лафлин, полное погружение. Но там очень много всего. Там настолько много информации, что в принципе, ну, и ты начнешь, если все выполнять, что написано, ну вот, еще не совсем понимая, как это выполнять, и не имея обратной связи, можно очень зайди много провести интересного времени. Много лет проводить время интересно. Да, тренер что, важный заклад? Я неоднократно повторяю, что самое важное – это начало. Самое важное и самые уязвимые моменты, потому что фундаментом является баланс. Слово. Ну, опять-таки, вот не зря у Терри, да, даже, по-моему, в этой книжке в полном погружении, хотя все-таки эта информация, мне кажется, больше для тренера, из чего состоят блоки подготовки. И первое – это баланс. Потому что если человек не чувствует, если он не понимает баланса, то его тело в воде будет расположено неправильно. Значит, он будет продвигаться с большими усилиями. Потому что вода не прощает. У нас чай знает мало. И то с нашей подачи в основном. Потому что там типа, ух ты, там как вы интересно плывете, да? Там, это как танец, это так интересно выглядит. Как медитация, это знаешь, всегда, что это, на это можно смотреть бесконечно. Да, что это на это приятно смотреть. Собственно, это. Понятно, что можно идти учиться и заниматься где угодно. Никто не говорит, что это единственная возможность научиться плавать. Научиться плавать и учиться плавать. Не знаю, как научиться, а учиться можно и самостоятельно по книжкам и по видео пытаться. Никаких вопросов. Вот. Но чем хорош тренер, то что он знает самый короткий путь. То есть тебе не нужно совершать тысячи ошибок для того, чтобы научиться плавать. То есть под присмотром тренера намного быстрее научиться. Ну, это правда. То есть даже вот есть группа приезжих, не знаю, у тебя что уже есть, там из Германии приезжают ребята, там из Израиля приезжают ребята тренироваться к нам. Но ты видишь, да, что получается. Человек потренировался на неделю тренировок плотных, там иногда даже по две тренировки в день. Он уезжает и начинает делать ошибки. Ладно бы, да, то есть он начал делать вовремя, заметили, исправили. Но он закрепляет эти полгода, и то хорошее, что мы научились делать, и эти ошибки. Он возвращается через полгода, и начинаем устранять вот новые глюки, которые появились. И он даже никто этого не замечает. Говорит, да, никто не говорит, что плохо, у всех это происходит. Я тоже, если буду плавать без обратной связи, не буду обращаться. Это устройство человека, так какие-то паттерны. Я тоже начну косячить.